Всем привет, ребята! Приехал я на рыбалку. На самом деле нужно сделать вот такой вот гараж, еще один за ним. Наняли меня на сварочные работы, так что сегодня я буду здесь работать на лодочной станции, делать гараж для лодки. Вот на вот этом месте будем с хозяином делать гараж. Уже начинаю потихоньку разметку. 3х5 гараж для лодки. Вот это сосед его сделал. И мы к нему пристыкуемся. Будет два гаража под одной крышей. Без музыки мы никак. Остановил радио. А чтобы вам снять, вот в таком состоянии у меня сейчас уже, так сказать, личный кабинет для лодки. А сосед тоже приехал, что-то там делает. Ну вот, я выставил фундамент, уже попроваривал, все по уровню, все красивенько, все вымерено по диагоналям. И теперь сейчас буду ставить стойки. Но прежде сейчас арматурки попривариваю для каждой, чтобы они не садились, поперечки такие, на каждую стойку. Ну, как-то так. Ну что, что мы имеем? Вот что мы имеем. Начал я делать вверх, боковушки. Ну, из-за того, что ровной площадки здесь нету, решил ворота делать прямо в проеме. Тем более, что мой столб ровный, вот этот, выставлен по уровню. А соседский столбик чуть-чуть завален внутрь. И получается, что ворота, их нельзя перевернуть вот так или вот так перевернуть нельзя, потому что они будут несимметричны. И приходится, вот как они свалены, вот так они должны здесь и стоять. Там чуть-чуть завалено, а тут ровно. Вот так будут воротины стоять. Приходится, как это сказать, выкручиваться из данной ситуации. Ну, буду скоро звонить заказчику, чтобы он вез петли на ворота и помогать, потому что он сказал, буду помогать, если что нужно. Но пока что он мне был не нужен. А сейчас буду звонить, потому что будем закрывать, зашивать потолок, крышу материалом. И тут нужна будет уже поддержка. Сам я тут не справлюсь. Так, на сегодня работа закончена. Я уже сходил на обь. Вот здесь вот пляж. Помылся хорошо, с мылом переоделся. Сейчас буду ехать домой. Поделал вот эти поддержечки, что я говорил, металлические, чтобы столбы не проседали. Тут песок с глиной такой. Оно-то никуда не денется, но все равно как бы такие поддержки поделал. Подсказали так. И сделал сверху уже поддержки фермы на крышу. Готовые ворота. Осталось только приделать петли на замок. Они уже все работают. Все открывается, закрывается. Красота. Это они так стоят просто. Ну, вторую открывать не буду. Вот такая у нас красота. Все. На сегодня моя работа закончена. Буду я ехать домой. А вообще, какая красота, когда ходишь в этом сварочном костюме на солнце. Футболка мокрая, я ее пошел, намочил, одел холодную. Легче чуть-чуть. Сварочный этот, курточку одел, все, пошел пот. Я сегодня выпил, наверное, литра 3 воды. А мужики тут бегают купаться, говорят, пойдем с нами. Говорю, не, мне надо работать. И облизываюсь. Даже время надо потратить, чтобы пойти покупаться. А покупаешься, захочется посидеть, чаю попить. Работу-то надо делать. У меня ж, как это сказать, непосменно, не фиксированный заработок. Чем быстрее сделаю, тем быстрее заработаю эту сумму. И смогу сделать еще какой-то заказ. То есть у меня тут не получится так, чтобы чаепитие гонять. А красота-то в том заключается, что можно пойти себе смыть пот, грязь, остыть немного, понаслаждаться в прохладной, вода теплая, просто классная. Вот в этом есть, знаете, как красота и кайф. Остыть и смыть себе вот этот весь дневной напряг работы. Поехал я домой. Новый день.
Закончил я уже сварочные работы. Все полностью сделал, обварил. И сейчас обед, а потом будем крыть и закрывать боковушки. Я уже накрыл крышу и сделали эту тыльную сторону. Полностью готово. Материал вот уже отпиленный лежит. Сейчас буду зашивать эту стенку и вот этот скос. Ну и самое последнее будут ворота. Не успели подцепить все створки, как нас просто заливает. Заливает, аж города вот там не видно уже. Сейчас будем прятаться. Прячемся внутрь. И пережидаем непогоду. Вот и водные испытания проходит у нас. Гараж, и крыша, и боковушки. Нигде не подтеков. В общем, на совесть сделаем. Дождь закончился. Ну и работа уже закончилась. Все, закончил я, сделал. Хозяин придет повесить замок. И гараж готов. На этом буду свое видео заканчивать. Пока-пока, ребят.